55-летняя история крупнейшего в стране предприятия легкой промышленности, открытого акционерного общества «Полесье» – это, по сути, полувековая история не только нашего родного города, но и всей отрасли. И сегодня пинским трикотажникам есть чем гордиться и чем удивлять. «Полесье» и сегодня остается одним из крупнейших предприятий легкой промышленности в Беларуси и СНГ, сохраняя специализацию по выпуску верхней трикотажной одежды, полушерстяной и высокообъемной пряжи. На предприятии трудятся около 1300 работников десятка специальностей. И собравшиеся на торжество люди и есть творцы известных далеко за пределами Беларуси изделий. Пройдя непростой путь становления и развития, сегодня «Полесье» является одним из крупнейших и стабильно работающих предприятий Брестской области, которое прочно удерживает свои позиции в отрасли легкой промышленности и обладает мощным потенциалом. Многие поколения жителей города были и остаются работниками нашего предприятия. Сегодня благодарю каждого из вас, и в первую очередь ветеранов общества. Ведь вы приумножили славу и развивали предприятие. Огромный опыт, накопленный специалистами за прошедшие годы, позволяет не только гордиться достижениями своих предшественников, но и с уверенностью смотреть в завтрашний день. Обновление технической базы и реализация инновационных проектов позволили предприятию выйти на новый уровень качества и объемов выпуска трикотажных изделий. Разрабатываются и внедряются в производство новые виды продукции. Ведется поиск новых сегментов рынка. Улучшаются условия труда наших работников. Осуществляется политика поддержки молодых талантливых специалистов. Все это говорит о том, что у предприятия есть будущее. И это будущее в наших руках. Неоценим вклад коллектива предприятия в укрепление промышленного потенциала страны. И каждый, кто вносит свою весомую лепту в успех родного предприятия, заслуживает слов признания и наилучших пожеланий. Обо всем этом в приветственных адресах бывшего генерального директора, а ныне председателя концерна «Белэлекпром» Татьяны Лугиной, председателя Брестского облсполкома Юрия Шулейко. История вашего предприятия наполнена достижениями и прогрессом. Вы утвердились на рынке республики и за ее пределами в списке общепризнанных лидеров легкой промышленности. Пинское Полесье зарекомендовало себя как надежный и стабильный партнер с отличной репутацией, а качественная продукция, которая распространяется в том числе через сеть фирменных магазинов, является узнаваемым брендом. Сегодня «Полесье» – наша гордость и надежда. Ведущее градообразующее предприятие Пинска стремительно развивается и завоевывает все новые позиции на мировом рынке. А это значит, что у него впереди уверенное, стабильное будущее. Верность традиции и стремление к совершенствованию, командный дух, профессионализм и огромный интеллектуальный потенциал сотрудников предприятия будут и впредь способствовать поддержанию высоких стандартов качества пинского трикотажа, сохранению доверия заказчиков, а значит, авторитету вашей организации. И имена лучших из лучших, которые награждены в этот день, пополнит коллективный портрет лучших тружеников знаменитого на всю страну Полесья, чтобы новое поколение продолжили творить историю успеха.